Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале All School Gamer, и это моя третья попытка пройти все-таки Battletoads и Double Dragon на Sega Mega Drive. Погнали! Две неудачные попытки у нас были за Раша и за Джимми, и сегодня я хочу попробовать за моего любимого персонажа, за Пимпола, за большую глупую жабу. Итак, первый уровень босса Бобо. Все это мы видели в прошлых частях. Надеемся сегодня на лучшее. Ну, сразу жизнь-ка. Так как что нельзя скинуть вниз. Вроде можно было, когда они ползут сверху. Наверное, тоже с разбегу надо. Так, все, что упадает, собираем. Наша цель — как можно больше жизни набрать. Да, уровня, на котором мы проиграли в прошлый раз. Уровень 5, ракета. Одно попадание на двигатели там лишает сразу всей жизни. Бессмертие. Бам-бам-бам, готово. Сейчас еще два таких. Вот тварь. Опять сейчас так. Вот гадские. Мерзкие роботы. Получайте. Вот, да, можно их сбивать прям ползущих. Отлично. Ха, получай. И ты тоже. А, по задней стороне, когда они ползут, походу нельзя так. Получай. Сраные космонавты. Получай. Опять робот. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Готов. Рука? Да, рука. Опа! Попался на ловушку руки. Так, мне бы здоровиться. Нет, вместо этого жизнь. Но не хотелось бы жизнь потратить. Так, отлично. Да, и здоровья тут не будет. Сейчас мы на боссе можем жизнь потратить, что очень плохо. Странно, что перед боссом нам лечение не дали. О! Даже до босса жизнь не донес. Плохо, минус одна жизнь в первом уровне. Давай, Абобо, иди сюда. Да блин, как так? Пимпл, ты убогий. Ну ни хрена себе, вы гоните. Пимпл убогий вообще. Фу. С двумя жизнями закончил первый уровень. Что за бред? Это мы так далеко не продвинемся, господа. Я-то думал, хорошо все закончится. Ладно. Оп, жизнь-ка. Ну, могло-то быть гораздо больше жизней. Да что за убожество происходит? Не нравится мне Пимпл. Уже говорил мой любимый персонаж, а в итоге... Какой-то он медлительный, что ли. Так, лети вниз. Так, очки. За каждые 100 тысяч дают, походу, жизнь.
И по 5000 за отправку на орбиту. Раз. Два. Три. Готов. Едем вниз. Треть уровня пройдена. Так, под землю. Вот, жизнь. Но все равно у нас всего 4 жизни. Этого очень мало. Может, хоть в этом уровне получится ничего не потратить. Так, нет, давайте потом ее разобьем. Это вроде лечилка, насколько я помню. Так, лети отсюда. И ты тоже. Эй, тварь. Лети отсюда. Так, да, тут лечилка. Еще одна. Нет, с палки 5000 дают, а с рогов 2000. Выгоднее с палки. Одного за другим просто. Сколько вас тут? И палочку разбить. 750. Оп. Таблетка. Два. Три. Четыре. Пять. Последний? Да. Отлично. И теперь наши любимые мотоциклики. Так, главное собрать кругляши. Жизнь, отлично. Заборы. Сейчас враги попрут, да? О, можно их еще передом сбивать, оказывается. Те, что спереди, легко сбивать. А вот задних лучше перепрыгивать назад и убивать ногой, потому что они могут сами с двух ударов меня сбить. Так, с кругляши пойдут. Да. Две жизни. За мотоцикл 3 жизни получил, отлично. Хоть тут. Не пролошил. Теперь все это перепрыгнуть. Тут просто, это не первый же батл тоссел, там трудно было. И босс, да? Да, вот он, гигантская крыса. Я ее, пожалуй, аккуратно просто буду потихоньку с головы ее пробивать, пока не убьем. На обубо много жизни потратили. Ну, возможно, я просто не вошел еще в раж. Ой, блин. Вообще, по-хорошему, надо было начать считать, сколько по нему ударов на будущее. Что-то у меня предчувствие, что с этого захода тоже у нас не получится пройти до конца. Ах ты, тварь! Тварь!
Жесть. Получай, гад. Готов, скотина. Все-таки потратил жизнь на него одну. Обидно, конечно, обидно. Ну ладно, вот и третий уровень. Раздолье для феминизма. Ха, подсрак у тебя. Бабищ, похожих на Памелу Андерсон, лупить. Космические феминистки. Так, пресс. В принципе, большой шанс на этом уровне много жизни потратить. Если все получится, то мы на коне. Главное, ни одного континиума не спустить. Оп. 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 Пока все нормально. Тут бабищи будут? Да. О, в синем теперь. Получай. А дабл-драконы их это, заволы соберут и по сиськам бьют. Хорошо, что у них женская солидарность. Пока я бью одну, другая ждет в своей очереди. Блин, и вот единственный еще косяк, что жаба не может стрелку пнуть на очки улетающую. Вот это плохо. Так, оп. Отлично, сейчас две еще будет, да? Да, смотрите, помню. Ну вот, блин. Получай. Так, тут у нас что? Жизнь-ка. Срагов тебя. Отлично. Так. Отлично. Спуск вниз. Сейчас будет всякая хрень летать, да? О, бессмертие. Шикардос. А, задел одну все-таки. Второй бессмертие. Нормально, справились. И вот такая канатная дорога. Это конец первой части. Нет. Блин. Жизнь говно. Все-таки спустил жизнь в таком легком месте. Окей. Ну, сейчас тут будет и очки, и жизнь. 10 тысяч, вот жизнь. 15 тысяч. Таблетка. Пресс. Так. Получай. Получай. Ах ты тварь. Сколько вас тут? Всех. Готово. Прыжок. Эх. Почему жабы не могут в прыжке ногой бить? Чего они бьют кулаком и стрелка не ударяется от этого? Они и таблетки вот эти разбивать не могут. Окей, прессы. А я помню тут в самом конце. Ой, еще бабы. Тут про баб забыл. Тут невидимый пресс будет в конце этой дороги. Так, это не он. И это не он.
Во, вот тут в последней, смотрите, ячейке, да. Оба прошлых видео на него я нарывался, но ща получилось хотя бы с ним нормально разобраться. Так, электричество. И очередная дорога вниз. Не помню, а тут вороны будут, да? Ух ты, сколько очков дали. Смотрите, ух ты. 10 тысяч. Вороны. Готово. Электричество. О, бессмертие. Тэдэйн. Блин, тварь. Гадкие твари, пушки. Еще жизнь на вас потратил. Ох, сколько ворон. А, пропустил. В прошлый раз я все сбил. Но опять же, да, дубль дракона у них покруче, у них не вот этот камень в гирю, потому что они превращаются в вертушку, она более круто крутится, как бы, легче ей дела делать. В принципе, по сути, за жаб играть это хард мод, а за братьев драконов изи мод. Но зато, где вы еще увидите такую, смотрите, шевелящуюся жабью жопу? Ой, блин. Пум-пум. Пум-пум-пум. Так. Блин, такой крутой музон в этом уровне. Ай-яй! Да сколько у вас? Пум-пум. Пум-пум-пум. Так, получится ли проползти сейчас? О-о-о-о-о! Нормал. Так, и третья часть, по сути, заключительная. Блин. Нет, тварь. Сраные вороны, сраные жабы. Давай. Так. Ну, не без горя, но донизу хоть добрался. Ай. Ай-яй-яй. Вот это я не знаю, как собрать. Даже пробовать не хочу. Ай! Черт возьми, тварь. Сейчас еще жизнь потрачу, блин. Ворона еще где-то сидеть должна. Вот она, тварь. Это еще вторая. Блин, сейчас сверху говно посыпется и... Точно я свалюсь. Вот говно сыпется, и прям первое говно меня ударило. Ладно. Доживем, я думаю. Аккуратненько, аккуратненько. Блин. Отлично. Мы внизу. Три жизни всего. Сейчас вроде где-то тут еще жизнь одна будет. В одной из капсул. Вот она. И босс. Ромпер, стомпер. Ну, против ромпера тактику я знаю. Бить его рогами, когда он подходит. Но не бить его рогами, когда он упирается в стену.
Нет! Что же за говно-то такое? Ничего у меня не получается. Вот как он так меня подлавливает, тварь? И сюда, мускулистая куча говна. С рогов тебя. Сидеть. Хоп. Ха! Чуть не обманул меня гад Ромпер. Тварь! Ни хрена не получается. Вот тебя с рогов. Еще с рогов. Еще. Еще, твари. Ай-яй-яй! Убегай. О, жизнь. Готов! Сможем ли мы с тремя жизнями пройти весь следующий уровень? В этом я что-то сомневаюсь. Проблема континиума в том, что после континиума мы начинаем с тремя жизнями вроде. И трех жизней должно хватить на целый уровень, как бы от начала до конца. Итак, мой любимый уровень. Крысий корабль. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! Мне нравится, как они улетают в одну сторону экрана и с той же стороны, с другой стороны вылетают. С той же траекторией. Прикольно. Можно придумывать. Можно самого себя ракету пустить. Так, лучше ракету не наводить на камни. Сейчас, кстати, скоро жизни полетят, я помню. Надо бы стараться поймать жизни. Жизни, где вы? Вот, сейчас они должны. Вот она. Как так я ее не взял? Я прям на ней был. Я разочарован. В прошлый раз было две жизни, кстати. Вот она. Ну, хоть одну поймал, и то хорошо. На битву с боссом должно хватить. Все, я НЛО сейчас буду, да? Пшшш. Давай, 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 давай. Тыщ, отлично. Давай. Давай, давай, давай. Отлично. Тварь. Скотина, НЛО. НЛО, я твой Уилл Смит. Тварь. Пуляется гадкая скотина. Интеррад идет. Давай, давай, давай. Блин, это слишком быстрая синяя. Сейчас собьет меня опять, тварь. Гадкая скотина, но таран пытается взять. Умри, тварь! Нет! Нет! Да. Так, отлично. 4-2, босс. Если я проигрываю, континуум с 4-2 начнется, с битвы с боссом. Так, ладно. Сейф мод, где можно будем ракетами стрелять.
Давай! Отлично. Сейчас из морды будет, да? Ах, твою мать! Ух ты! Пулемет ракетой. Так, тут тоже ракетами лучше. Мало жизни. Жизни мало, а я неаккуратно себя веду еще периодически. Так, из чего теперь? Ага, вот отсюда. Нет, нет! Давай, давай, давай! Ох, он очередями хрен начат, тварь! Отлично! Что теперь? А? Это ужасно! Давай, давай! Ай, попало! Так, отлично. Что теперь? Ракеты! Все, все, получилось. Но с одной жизнью... Это 100%. В начале следующего уровня мы ее потратим и заполучим континуум. Блин, причем, в отличие от братцев Билли и Джимми, я же не могу бить в прыжке с ноги. Поэтому нам нужно придумать новую тактику против ниндзя с сюрикенами. Вот сейчас они и пойдут. Приседаем. Ага, отлично. Приседаем. Все, да, просто приседаем под выстрелами и бьем. На этих тварях тоже просто можно жизнь легко потерять. Двигатель один раз попал под огонь, минус жизнь. И тут будет место, которое я не знаю, как пройти в принципе. Тын-тын-тын-тын-тын. Так, сейчас крысы полезут. Да. Лично. Хорошо, что он всегда начинает с выстрела. Довольно предсказуемая тактика. Так, 14 тысяч, у меня будет бонусная жизнь. В любом случае, не стоит сдаваться и раньше времени пытаться проиграть. Так, сейчас будет большая тварь. Отлично. Нормально я его нагрел. Так, из-за хвостового оперения всегда могут ним зайти вылезать, поэтому надо... О-хо-хо-хо-хо! Вот сейчас тут я жизни потеряю. Наверх еще можно подняться, но как спуститься вниз, я не представляю. С лестницы нельзя спрыгнуть. Да, только спуститься. Так. Как вот спуститься, я понять не имею. Смотрите, они не в правильном порядке идут. Как подгадать момент? То есть вот сейчас я делаю вниз. Так. Лучше потратить минутку на раздумья и попробовать. В какой момент? Как мне пропустить? Мне нужно успеть пролезть.
По-моему, когда нижняя левая горит, она чуть дольше времени горит, да? Охо-хо-хо-хо, нифига, вы видели? Я смог. Ниндзя. Вот, блин. Тварь. Двух я не ожидал одновременно. Сейчас динамит пойдет. А у меня, ко всему прочему, вообще нету жизней. А еще много испытаний предстоит нам увидеть. Так, тут лучше слева стоять, потому что справа двигатель, когда я его убью, он включится. Ой. Прыжок. Так. Одна жизнь. И опять у нас скотина-рогоносец, который еще оказался почему-то сзади. Жизнь, жизнь. Нифига себе, я красавчик. О-хо-хо-хо-хо. А теперь смотрите, они опять в обратном порядке. Я не представляю, как это все разгадать. Хо-хо-хо-хо. Нифига себе, как получается-то красиво. Опа. Казалось, самое простое место. Опять одна жизнь. Сейчас снова ниндзя попрут. Надеюсь, по одному. Блин, сколько их там? Ну, черт возьми, а, и все заново. Так хорошо получилось. Да, когда ниндзя несколько, надо с сюрикенами аккуратнее быть. А сейчас, смотрите, я вот дойду опять до этих ракетных двигателей и снова запарюсь. Мне кажется, сейчас мне просто повезло все разы. Кстати, с разбега можно нормально мочить с одного удара, а не. Твари. Здоровье? Нафига я сюда залез? Окей, вроде разобрались. Так, рогатая скотина сразу меня поддела. Опять поддела, успею ли я? Тварь! Так, ну ладно. Жизнь потратил, но жизнь получил. Пока держимся, баланс соблюден. Мастер ниндзюцу? Нет, тут нету. Так, и снова эти сраные двигатели, с которыми у меня ничего не получается. Так, наверх просто. Ой, не получилось просто.
Так, эти довольно медленные. Нет! Фу, вы видели это? Это было стрёмно. Так, ниндзаки. О, получилось. Так, ну эти простенькие с динамитом. Проблем нет. Такая музыка задорная, что прям даже не обидно проигрывать. И последний. Ну, не попал, жаль. Отлично. Надо с старым рогачом как-то расправиться без потерь жизни. У него в комнате еще одна жизнь будет. Сразу жизнь берем. Ах ты, блин, тварь. Ах ты, тварь. Отлично. Мне кажется, его лучше все-таки в угол зажимать. Тогда он особо не... Так, ну тут у меня один квадратик. Не так обидно будет его потерять. Быстро, тварь. Так, получилось. Получилось. А вот тут у меня не получается. Тут они слишком быстро. А, давай-давай! Получилось. Так, сейчас будет много ниндз. Тварь. Скотина. Это последний, походу, да? 5-2, отлично. Так далеко мы еще не доходили в этих попытках. Сейчас эти крысы полезут. Да. Отлично. По одному их легко. Ну а тут еще и динамитчики. О, блин, минус жизнь. Тут реально много динамита. Мои. Готов. Лови. Блин, неужели сейчас будет третий рогоносец? Открылась дверь. Да, еще один. Он более какой-то быстрый. Тварь. И сюда. Подлечился хоть. Мне кажется, вот его, когда в угол зажимаешь, самое надежное. Готов. Супер. Смотрите, еще одна оранжевая дверь. Да сколько же их тут? Тварь. Неужели сейчас будет четвертый? Вообще такого не помню.
А нет, смотрите, как... Вот это я не ожидал. Вот это круто. Тварь. Я должен вас видеть. Вот гады. Открытый космос, тварь. Так. Ну как все быстро тут. Так, отлично. Все, нос ракеты, босс. Что за тварь? А-а-а! Ну ты урод. Не понимаю, что происходит. На носу ракета, на наконечнике. А, я походу нашел его слабое место, попрыгунчик. Тупорылейший босс. Все-таки жизнь на нем потратил. И в следующем уровне, видимо, мы начнем с траты континуума. Ха-ха-ха! Join the Red Ship on the Junk Pile! Your robotic rust bucket! Бзз! I was flying that missile! Now it's bzz going to crash! Level 6, Shadow Boss. Ну, смотрите, какой Shredder. Come and get me if you dare! I'm waiting for you in the basement. Подвал. А вон он, прям на заднем плане виднеется. И тут снова эти панки. То ли из Робокопа, то ли из Дабл Дрэгона, то ли из Робокопа. Два раза о Робокопе подумал сначала о фильме, а потом об игре, настолько они похожи. Прикольная, кстати, игра была Робокоп на Денди, надо тоже на канал будет поиграть. Кстати, я вот помню, когда я играл на Денди, тут был офигенный глюк, типа от лампы кружок света, и когда лампу разбиваешь, он остается. Да, и ничего не изменилось и на Сеге. Подвал. А вон он сзади, тень крадется. Здоровка. Если не изменяет память, тут весь уровень, это просто идти по подвалу слева направо, ничего особенного. И на заднем плане видно, как босс в тени движется. Ну, прикольно, атмосферно. Какие они быстрые. Летите отсюда. Все, вот и босс. Ух ты, блин! Черт! Не надо было вторую лампу разбивать. Лампа! Лампа! Нет! Континуум. Так, еще два континуума у меня. Надо с этого пройти. Ну, уровень очень короткий. Такое чувство, что они прям как-то под конец рейра уже сэкономили и не стали. Ракета офигенная была. Третий уровень был здоровый.
Первый довольно короткий, но первый разнообразный. А тут однообразие, просто убить толпу уродов. Разбить несколько ламп и все. Главное заполучить палку. Палка решает. Фиолетовые более живучие, чем желтые, я тут понял. Смотри, сколько у меня. 9-9-9-9 по максимуму очков. Все. Люк, то есть вот эту лампу лучше не разбивать, она пригодится. Прятаться, когда босс превращается в шар. Все? Давай, Shadow Boss, тварина. Прыгай, дебил! Надо находиться по центру. Прыгай. О, получилось. Первый раз получилось. Блин, я лампу сбил. Я думал, я его бью, а я бил лампу. Жизнь. Так, ну я думаю, немного ему осталось. Тварь. Все, еще жизнь. Этот шар — это жизнь. По мне один удар. Убил, убил. Отлично. Один континуум у нас остался на последний уровень. Нет. Это еще не все. А, отлично. Так, эти лампы, видимо, не разбить. Как быстро. Получится? Слишком быстро. Получилось. Фу. Ха! The Shadow Boss was cruising for Russian and that's the... what he got. Sink your touch pencil neck, the queen's not over with you, jerks. Level 7, Armageddon. So we meet at last, you may have beaten that masked moron, but I'll crush you. Красотка. О, это из первого уровня, космонавты. С одной жизнью, да. Точнее, без жизни. На последнем издыхании я многого добьюсь, я чую. Дебил, нахрена прыгнул-то? Так, отлично. Ох ты, твари. Ох, твари. Все. Последняя попытка. Чую,
В лучшем случае мы увидим королеву, но победить ее. Не уверен. Сейчас желтые твари эти полезут. Ну вот как их ударить? Один есть. Рука. Против рук мы тактику знаем. Все, королева. Так, давайте исследуем ее тактику. О! Я думаю, на огонь лучше не наступать. Жизнь дали, не? Звук такой был, как будто жизнь дали. Так, ну пока все просто, но я думаю, это первая фаза. Вылезай пока, бессмертный тварь. Да, на огонь лучше не наступать. Жизнь припасем. Пауэрапы тут хотя бы не исчезают со временем, это плюс. Блин, ну что такое? Вот наглёшь средь бела дня. Кстати, тут уже нельзя вниз вверх ходить. Главное, когда она убирается под землю, успевать отпрыгивать. По одному удару. Шанс есть, шанс есть. И неохота здоровье взять раньше времени. Хотя с другой стороны, пока я его не взял, не выпадают новые пауэрапы. Вот блин, вот нет, нет, нет. Ай, твою мать, последняя жизнь. Тварь. Блин. Нет! Скотина, а? Там не один удар. Я мертв. Ну что, не получилось, господа. Дошли до последнего босса и не получилось. Это очень печально. Но придется еще разок сыграть. Чего? Всего час прохождение игры занимает. Как-нибудь в ближайшее время попробуем. И с четвертого раза, думаю, мы одолеем эту тварь. С вами был Сергей. До скорых встреч.